Winter drags on in Russia, and so does the war. For a long time, I refused to come to the Donbas. I don't agree with military conflict, and it is not in my nature to take the risks associated with it. My name is Irina. I am Russian. I live in Moscow. I am an independent documentary maker. I wanted to see these new regions of ours with my own eyes. Places like Luhansk, a Ukrainian city which has been under the control of pro-Russian separatists, as you call them, since 2014. To understand these special military operations, as we call them. Luhansk's main road stands before me, lined with posters for the city's new regime. I wanted to capture these historic images. I was interested in these newly conquered territories which Western journalists now struggle to access. I'm driving west towards Severodonetsk. Russia took control of the city on June 25th, 2022. 4 months after the fighting began. Shops selling military clothes line the streets. In the suburbs, 20 kilometers from the fighting, nearly all the locals are gone, leaving behind burned and collapsing buildings. Tentatively, I approach a few men waiting outside their devastated block of flats. They are speaking Russian. И вот мы с одной квартиры в другую бегали, откуда в зависимости прилеты. Там же сколько воронок было прилеты с той стороны. А здесь у них вообще они западенцы. Танкисты, у них флаг был «Берегиня». Они вообще зарыли танк вот тут, вот посеред двора, в песок. Он у них на пузо сел, и морозы, блин. Он там умерз напрочь, вот там вот, где вот ямы вот те. Вот они его не откопать ничего не могли. Ну, а наши ж пытались его накрыть, видимо, сверху минами. И вот тут вот воронок было, блин, долбашили. Все это летело, осколки. Вот той квартиры горели, видимо, от осколков, от всего. Но вы не уехали, вы остались. Вышли потом, когда уже здесь совсем жах стал. Там вернулись-то, мы в конце марта уехали отсюда. А вернулись в июне, наверное. Вот, когда уже, то есть, все, уже наши вошли. Each day, Vladimir and his neighbors wait for news on the reconstruction of their building. They hint at their impatience. Печи там много в городе становилось. А говорят, финансирование прекратилось напрочь. Ни зарплаты, ни денег. То ли это связано с этим чертом, что боятся наступления. А давно это все прекратилось? Ну, вот осенью тоже. Понаехало сюда, кто тут только не был, кого только не было. А когда заваруха началась хорошая, бежали усе. И строители поуехали, это самое. Вот куда-то надо будет выезжать, переезжать, куда непонятно. Пока еще не знаем. Вот весна придет, потеплеет, будем смотреть. We'll see. With the telecom system down, residents rely on word of mouth for information. Vasily waited days to receive news from a truck arriving from Moscow. Еще можно назад. Ну, привет, родные. Еще назад, здание у нас. Сейчас мы откроем. Привет. Адресная тут где-то. А, это школа. Это на школу золотое.
школа. Давай школу сразу сюда, наверное. Это та помощь, которую прислала нам наши московские ребята. Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс». Каждый мешок, он подписан. Это детские вещи, подростковые, юношеские, женская одежда, мужская одежда. Все, все, все подписано. Я обещал ребятам, я их не брошу. Я всячески им помогаю. Всячески. И помощью, и гуманитарной, и лично обращаются. И любые вопросы как-то... Они ж наши дети. Да прямо. Это тяжелое. Это тяжелое. Чего ты? Ну он один, не тяжелый. Ага. At 65 years old, Vasily volunteers. He takes care of distributing aid to civilians and soldiers on the battlefront. Медицина. Хрупкая. Давай. Это все на золотое. Это наше. Раньше это была прифронтовая зона, а сейчас... Это наши районы. А сюда у тебя коробок на коробок вот это. В тот момент государство еще как таково не оперилось даже. То есть мы объединились, мы россияне все. Иногда меня спрашивали извне, ой, Россия зашла. Я говорю, да, она не уходила. Россия – это мы в нашем лице, да, мы русские. То есть этот промежуток у нас еще не отрегулирован. Но все равно обещают наладить, но опять-таки обещают наладить, а жить-то хочется сегодня. Кушать-то хочется не завтра, а сейчас. Медицина, наверное. Медицина, I went to see Vasily again a few days later. We headed towards Zolotoye. The road was still dangerous. We had to swerve, avoiding bomb craters and check signs by the road for warnings of mines. For a long time, Zolotoye has bordered the battlefront, which is now less than a kilometer away. The town is mostly destroyed. Many of the locals have fled. The most dedicated have stayed behind. Vasily and his team are meeting with Marina. Vasily Викторович, народное вам спасибо. Москва, Донбасс с нами. Все. Хотелось бы, конечно, почаще. Ну вот мы рассчитывали. Больше внимания, потому что у нас дети... Детство. Лишены детства нормально. Marina manages Zolotoye school, at least what is left of it. Empty classrooms, weather-beaten and bullet-strewn windows. It's a fragile kind of calm here. Сейчас мы с вами находимся в блоке начальных классов. Вот, пожалуйста, первое окошко с попаданием через... В соседние блоки было попадание из стрелкового, из пулемета. A third of the school's 100 students are still in the village, but study from home. Наш красный уголок. Красный уголок школы. Уголок государственной символики. Everything is ready to welcome the students back to school. Конечно, символы государственные, символы Российской Федерации, вы видите, символы государственной Луганской Народной Республики. И флаги. Other schools in Russia support Marina, sending her textbooks and teaching guidelines. Другая программа совершенно углублена у нас изучение русского языка. Очень много внимания уделяется изучению русского языка, литературы.
те часы, которые у нас вынесены в часть вариативную, мы по максимуму берем на изучение русского языка. Марина and other pro-Russian locals believe only Russia can provide security and stability. Russia is working hard to keep its promise and win the hearts of communities that were still Ukrainian just a few months ago. In places like Chuyunka, churches have been faithful intermediaries. This town and its 1,000 inhabitants became Russian on February 27th, 2022. Подвал этого храма нам служил бомбоубежищем. Вот здесь мы прятались, когда была совсем непростая ситуация. Вот тут вот. Варфоломей's monastery is attached to the Ukrainian Orthodox Church, but obeyed by the Patriarchate of Moscow. They avoided the conflict by housing a surprising underground operation. Ну, она как-то органично влилась, как-то эта идея. Я сам для себя раньше этим занимался. Ну, знаете, наверное, чтобы что-то началось, нужен какой-то толчок к этому. Ну и у нас произошел такой толчок. Произошла эта война в 2014 году. Нужно было привыкать ко всему новому. Нужно было как-то приспособиться, чтобы выжить, да, как-то в этих условиях. Не, ну, делать можно за месяц сделать, но зреет он где-то год, да, чтобы он уже высох, все, чтобы вот, ну, лак, он ведь потом приобретает такой свой, ну, период. I found it inconceivable that just a few kilometers from this front line, Варфоломей was making violins. He had nothing to sustain his community of 11 monks, so he turned to luthery, which had been his craft before joining the monastery. His violins are sold all over Russia. Ну, сейчас к нам Россия открылась, и тут недавно, ну, как, не так давно, это вот осенью у нас Новгородская филармония взяла инструмент для своего оркестра. Недавно к нам приезжала сенатор, вот, Дарья Сергеевна Лантратова, об этой идее. Она сама тоже очень неравнодушна к скрипке. Посодействовать. Ну, будем и дальше это как-то постепенно развивать. Ну, думаю, знаете, когда что-то делаешь, то оно все равно принесет свой плод. Да, непременно. Ну, вот. Поэтому как лучше услышать, да, чем... Reviving economic activity, reinforcing religious connections, and planning cultural events helps communities to settle into new areas. I'm back on the road. Severodonetsk is preparing for a big celebration. I come through this residential neighborhood where a huge project has been underway for months. That's what Lena tells me. Lena is a dance teacher. She lived here when this was still Ukraine. Then she laid low to survive the fighting. She has only recently started to let herself recover some small sense of normality. Lena, видим много надписей, как это. Мин нет. А надписей много, и я думаю, будет их еще больше. Мне кажется, это еще, ну, не конец. Но для меня это означает, наверное, безопасность. К
сожалению, но они есть, такие находки. Ну, вот, ну и стараемся, и, ну и дети у нас уже как бы в курсе, что не трогать каких-то вот предметов незнакомых, посторонних. То есть вообще практически вот металл не трогать. Это, да, это вот тоже, это безопасность. Lena is managing a cultural event to celebrate May 9th. In Russia, this date commemorates victory over Nazi Germany in 1945. The event will take place in a few days at the Municipal Palace of Culture, which is under construction. Вот окна меняют, ну, пострадал, но не сильно. Ну, так как мы стали новыми субъектами, конечно же, Российской Федерации, и, конечно, детям это очень важно. Именно уже учить культуру своего, своей страны, своего народа. До этого танцевали, ну, как-то в основном были эстрадные современные танцы, а народные танцы, ну, как-то мало все это задействовано было. Ну, как бы, конечно же, в большей степени украинские, вот, стилизованные какие-то вот, ну, под современные манеры. Но от украинских танцев мы тоже не откажемся, и испанские, и, ну, в общем, будем стараться. Стараться по возможности. Тихонько повторяем. А вы ждете. Не-не-не. Вы ждете. По парам стали и ждете. Бросили вот это вот. Around 60 children are here today. Most have grown up alongside the conflict. И смотрим. Поворот. Не спешим. Раз. Да. 5, 6, 7, 8 назад. Руки не вот это вот чего-то прилипли. Вы все успеете. Вот свободное, хорошее, вольное движение. Весь танец. Душа развернулась и не сворачивается. Много зрителей будет? Мы и не ждем много-немного. У нас же такая обстановка, мы не можем заявлять о себе заранее. Поэтому будем радовать просто присутствующих вокруг, кто будет. Так это будет вот где-то как-то локально. Там. И чтобы об этом никто как бы не знал. Events unfold day to day, depending on what is most urgent. At the moment, it's getting a new passport. Нет, до скольки? Вы в курсе, что очередь там такая? За паспортом. Паспортные открыли? Хорошо. Замечательно. Да? А у вас российские паспорта? Их вообще нет. Да. Никакого. Нет, у меня российский паспорт. Is Lena happier now that she has a Russian passport? It's hard to know. She seems to be adjusting to this new life, surrounded by war-torn buildings. Вот вы знаете, вот для меня, вот лично для меня, вот как природа нам подсказывает все. Вот пришла весна, все цветет, все это возрождается. Ну, так и нам надо жить. Постепенно возрождаться, постепенно возвращаться к мирной жизни. Вот. Делать свое какое-то дело для этого. But for how long? Living in the Donbas means coexisting with war, destruction, and painful memories.
Vasily met up with me one last time to speak about why he does everything he does. At the age of 65 and after suffering two heart attacks. Это увековеченные те ребята, которые погибли сначала 14-го года. Это лица, которые попали при, вернее, погибли при обстреле. Это во дворах, на проезжей части дороги. Это буквально все военные наши. Наши ребята, которые даже погибли и не одев погоны, как мы говорим. И во время соприкосновения, будем говорить так, с фашистами, с фашистской ордою. Василий isn't holding back. He is a true patriot, full of the Kremlin's ideologies and united with its struggles. Even though he lost his son in battle a few months ago. Так чай, так чай, да. Главное, чтобы вы не голодные были, мы так доехали и все. Ну, дело в том, что он не военный. Но получилось так, что нехорошо получилось, там, не знаю, прокуратура занимается, не занимает, или занималась, не знаю. Их сразу отправили на первую линию. И в феврале призвали, а в марте он погиб. То есть в Мариуполе бросили их без, ну, как с военной точки сказать, без поддержки. Без поддержки, без прикрытия, без разведки. На абы, на абы. И их просто как котят. С Донецка там единственное что, так это очень бумажная волокита. Погиб он в Мариуполе. Дончане говорят, что идите к себе по месту жительства. А здесь, говорит, идите туда, потому что он там погиб. То есть, ну, такое, некоторые даже до сих пор не получили все льготы, те, которые положены. Ну, вот так вот. Ну, мы так получили, кроме выплаты на погребение. И все. Это футболят Донецк на Луганск, Луганск на Донецк. Некоторые не верят, что будет Новороссия. Мы все-таки верим, что будет Новороссия. Столько мы ребят положили за Новороссию. Ну, в составе России. Vasily grieves for one son, and he has just welcomed another home, badly injured and back from the front line. Spring has come to the Donbas. Flowers blossom in the cemeteries as the countless deaths continue. Before I leave, Bartholomew has allowed me to attend the Easter celebrations which he has promised to extend to all, including Ukrainians. Whether they have come, I cannot say. Пускай не просто это для многих, для всех нас это испытание, которое приходится видеть страдания, видеть смерть, ощущать это все на себе. I cannot help but notice the profound sadness in these faces. I leave Donbas on a cold, bleak night. Will I ever return?